Это второй слой тут. Пришло время красить потолки. Мы здесь взяли вот такую красочку от компании Farman Full Color. Что это за краска? Это белорусское производство. Кстати, я удивился, когда в студии Color Tikurila Брест мне ребята сказали, я думал вообще, что завод на Украине стоит раньше. Оказывается, там есть завод, но производство есть у нас в Белоруссии. Интересно то, что эта краска делается на компонентах тикуриловских и по рецептуре некоторой тикурилы. Поэтому этот, скажем так, краска уходит более в бюджетный сегмент, но при этом всем, если взять, допустим, линейку бюджетного сегмента, она находится на высоте этой линейки. Идеальная белизна краски. Full cover вообще в переводе с английского полное покрытие получается. Перевод, то есть краска с повышенной укрывистостью. На этой квартире будем применять эту краску, отснимем, что получится по итогу. То есть я когда был в студии, да, там были выкрасы тикурилы, допустим, серохимия, люмия экстравайт, вот белых красок тикуриловских, именно глубокоматовых. Краска сама по себе очень глубокоматовая, то есть у нее нету никаких там отсверков, вот как в Джокере. Именно глубокий мат. И на выкрасах было очень отчетливо видно, особенно как бы вот на свет, когда смотришь, она оказалась все-таки по белизне белее тикуриловских красок, вот именно таких потолочных. У нее второй класс влажного истирания, до 5000 циклов влажного истирания. Краска также экологичная. Экологически чистая краска, то есть применяется также она в таких помещениях, как детские комнаты, какие-то там больничные комнаты и так далее. Что еще хотелось бы отметить? Здесь, вернее не здесь, мы в последнее время, я не буду врать, да, я посмотрел технологию вообще у Виктора Нищерета по самой покраске. То есть по самому как бы циклу покраски. То есть раньше красили, когда там, ну раньше еще работали валиками, мы красили потолки, да, потом мы красили стены там скотчем, отклеился, там кисточкой подошел. Сейчас как бы вот в эпоху технологии механизации отделки, в конкретном случае покраски, мы увидев то, что показал Нищерет, это как бы американская технология. Мы красим сначала стены, заходим краской, заходим на плинтус, стеновой вот видно, да? Потом отклеиваемся. Вот в данном случае это шторк для деликатных поверхностей. Есть еще розовая Тесса, тоже очень классный скотч. Не буду ничего говорить, да, он как бы дороговатый. Отклеиваемся, делаем переход цвета и уже по этой ленте спокойно опускаем пленку вниз, там либо бумагу, потом пленку. Но перед самой покраской потолков проходим именно тонкой кисточкой в самый угол той краской, которой мы красили стену, чтобы исключить всевозможные подтеки в последующем белой краски. Вот эта технология работает на 100%. Это проверено, потом как бы снимем упаковку, покажем поближе. Сейчас снимем немножко так само нанесение, ну да, чисто посмотреть. А потом уже, когда высохнет, распакуемся, уже будет вот дневной свет нормальный, как бы посмотрим, покажем, как что получилось. Ниши открасили. Сейчас чуть-чуть покажу потолок. 514 сопла, давление где-то 140.
Все, хорошо. Ну, наконец мы и открасились по потолкам. Фарбом full cover, глубокий мат, как я и говорил. Что могу сказать по краске? Разводили мы ее где-то в 5-7%, но реально можно не разводить вообще. Краска вот здесь она чуть не похожа, допустим, если сравнивать с тем же Капасиланом или там Ралстон какой-нибудь, Вертексмат. Там реально видно, что краска такая как бы густая. Здесь вот 5%, и она уже настолько текучая получается, что, несмотря на то, что она матовая, зернистая, она текучая, надо аккуратненько вот плинтуса смотреть, чтобы не перелить. Перелить можно легко. Краски чистые, фильтра доставал. Абсолютно чистый фильтр, практически там что-то пару каких-то вкраплений на фильтре. Краска латексная на акрилатной основе. Глубокий мат, еще раз повторюсь. Сейчас покажем, что получилось, насколько камера передаст. Сейчас такой дневной свет как раз со стороны окна. Поэтому, скажем так, понять, насколько матово, ну, насколько камера передаст, настолько вы все и поймете. Белизна идеальная, мат, никаких отсветов. Кстати, вот расклеили ленту. Переход цвета просто в идеале. Это детская. Мне хотелось бы сказать, что краска отрабатывает, я бы сказал, даже выше, наверное, чем она стоит. То есть, ну, результат хороший получается, даже больше.